Нас интересует, как можно узнать, что прокладка пробита. Какие симптомы при пробитой прокладке? Указанная поломка может возникнуть как бензинового, так и дизельного двигателя. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Вспомните, не перегрели ли двигатель несколько дней или недель назад. Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Вспомните также, не работает ли двигатель в последнее время с перебоями. Если это так, тогда шансы о пробитом прокладке удваиваются. Сейчас я перечислю основные симптомы пробитой прокладки. Симптом первый. Пели дым из системы выхлопа-призрак пробитой прокладки головки. Чем больше антифриза попадает в цилиндры, тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы. Симптом второй. Давление в системе охлаждения. Когда выхлопные газы попадают в систему охлаждения, они увеличивают давление в двигателе. И когда откручиваем пробку из бачка, выливается давление, пар, горячая струя воды, которого невозможно не заметить. Симптом третий. Проверяем масло. Вытянуть чуб и проверяем появление коричневато-белой пены на масляном шубе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. Симптом четвертый. Прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров. Симптом пятый. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности антифриза после откручивания крышки расширительного бачка. Симптом шестой. Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми, и это вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги. Симптом седьмой. Теряется антифриз, тосоль, из расширительного бачка, но течи нету, не видно. Невозможно обнаружить течь. Также определить пробитую прокладку можно следующим образом. По очередности по одному откручиваем свечи зажигания. Сначала откручиваем первую свечу и потом чуть подходим на безопасном расстоянии от двигателя, и наш помощник в это время запускает двигатель. Если из открытого отверстия свечи зажигания вдруг вырывается пар, горячая струя воды, это значит, что поблизости этого цилиндра 100% пробита прокладка. Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить пробитой прокладкой. Ответ прост. Можно, конечно, но нежелательно. И лишь на небольшие расстояния, в частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробили прокладку, могут быть самыми плачевными. Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробили, тогда с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести ее замену.